Привет, ребята, это исследователь. Сейчас хочу небольшой отзыв сделать о Теле2 Ростелеком. Это оператор сотовой связи. Ростелеком, он еще, конечно, и проводную связь, и телефонию, много чего продает. Но сейчас именно про сотовую связь. Бандиты-чиновники выгнали Теле2, шведскую компанию. Потому что она здесь не смогла нормально работать. Здесь все время нужно ходить взятки носить. Гопье кругом. В общем, продали они. Не отняли у них, но продали они эту свою долю. И Ростелеком использует эту марку Теле2. Хотя мог бы не давным-давно не использовать. Все равно. Все, кому надо, знают, что это Ростелеком. Наверное, думаю, никого нету, что думает, вот это Теле2 какой-то шведский, что ли, элементарно находится. Они как бы над сайтом работают, ничего особого я не заметил в их доработках. Давайте посмотрим тарифы. Я всегда выбираю самый дешевенький и где оплата есть, например, интернета за день. Вот он. Так, давайте посмотрим подробнее. Дают 6 гигабайт, это неплохо. Сюда входят входящие, исходящие, раззвонки, рубль 50. Звонки были, по-моему, сначала 75 копеек на этом тарифе черном, потом 90, потом рубль 20, сейчас рубль 50. Не разговариваю почти что вообще, поэтому все равно они не получат. Этот рубль 50, это очень дорого, потому что это по одному городу, а это же по всей стране, так можно еще за рубль 50 или 2, например, звонить. Ну а зачем мне здесь тогда звонить? Ужасно. Пользуюсь только интернет, передачей данных интернет. Вот видите, они как бы дают бесплатный типа трафик. Но там нету просмотра видео. WhatsApp, Viber, там, не знаю, что такое. TV, звук. Не пользуюсь этой штукой. То есть эти сети, как видите, они прослушиваются все. Лучше ими не пользуйтесь. Не пользуйтесь, даже если вы честный человек. Трафик переносится. Ну, это неплохо. Раньше этого не было. Кабинет ужасный, там только баланс можно посмотреть, но услуги подключить. И вот этот трафик можно посмотреть. Самый мега-мега простенький, нет даже связи с оператором. То, что операторы продают телефоны, это совершенно мне не нравится. Хотя на самом деле я был бы не против, если бы они не блокировали, но они упорно блокируют. Как вот я полгода-год назад узнавал, там блокируют. Это неприемлемо. Потому что это неудобно. Оператора взял, поменял, что телефон делать. Так. Давайте карту покрытия посмотрим. Здесь сделано нормально. В Билайне неудобно. Потом я сделаю ролик отдельный про Билайн. Так. А, это LTE. 450. Ничего, какое покрытие громадное LTE. Прям все покрыто. Это от скалинка остались частоты. Даже больше, чем два второго поколения. Да. Но это оборудование нужно специальное. Третье поколение. Слабовато уже очень. Кусками по области. Эти 10 лет уже Мегафон здесь развивает. Эти, конечно, меньше, но денег у них при навалом, чтобы все можно было, все дороги покрыть, но
не сделано это, жадные они. А ведь в третьем поколении исходящий 2-3 мегабита максимум, что получаешь для трансляции, это необходимо, когда ты транслируешь. Четвертое поколение, давайте посмотрим. Так. Ух ты. Море покрыли. Как? Как-то вот так ровно. Чик-чик-чик до сюда. Смешно. Так, так, так. Ну, слабовато. Фактически в области нигде нету. Рядом тут кое-как. Естественно, покрытие это плохое, так как у них полосу маленькую. И вообще неплохо, даже третье поколение я хожу. Иногда бывает 10, один раз было 20 мегабит скачивания. В основном около 5, исходящие 2. И падает еще все время. На улице бывает стоишь, там около 1 мегабита. Ужасное. Ну, третье поколение имею в виду. Четвертое пока не могу потестировать на улице. Почему здесь пустой кусок? Там никто не живет, что ли? Почему я сейчас стал вообще показывать вам? Потому что самый дешевый. Все, что вот интернет, я самый дешевый нашел. Рубль 50, это разговор, конечно, это как у других, но вот интернет пока что самый дешевый, и можно под ним покупать. Ну, приходится, да, я ругал, и сейчас сказал, что это отвратительные ребята, бандиты, санье какое-то вообще, украли деньги с бюджета, сделали оператора, и типа нам продают вот эти услуги, хотя считай, мы акционеры этого Ростелекома, но тут ничего не поделать, пока бандитское государство не закроешь. И нихера не работают, поддержка просто в жопу посылают, когда там какие-то проблемы. Не грузится YouTube или прямой эфир. Все это осталось, никуда не девается. Ну вот кое-как по дешевке можно вот интернетом пользоваться. Из-за экономии пока пользуюсь. Еще у них можно купить для фирм корпоративный тариф. Там с рук люди продают что-то около 500 рублей тариф без ограничения передачи данных. Так что можете взять тоже. Но учтите, что очень маленькая скорость, и при нагрузке просто падает сразу. Если немного человек влезает, сотня, все падает в ноль. Совершенно не стрессоустойчивая сеть. Так, ну вроде все. Сказал. Всем спасибо. Подписывайтесь, ставьте уведомления, пока. И вот я снова не здесь.